В Шымкенте трещит по швам новостройка, девятиэтажка уже пугает жильцов своим видом. Люди возмущены. Трещины ползут по стенам давно, но устранять недочеты никто не торопится. А ведь построили дом по госпрограмме всего лишь 4 года назад. Кроме того, в доме часто не работает лифт, постоянные перебои с подачей теплой воды. Кто исправит строительные недостатки, выясняла Катерина Попкова. Стены нового дома буквально трещат по швам, а штукатурка сыпется прямо на голову. Нурила Усенова заселила сюда 4 года назад, когда дом только сдали в эксплуатацию. Претензии к качеству появились сразу. Говорят, что дом некачественно построен. Сам подрядчик признался. В соседней комнате у меня вода стекает прямо в квартиру, потому что щели есть, где окна. Оттуда даже улицу видно. В этом доме 96 квартир получили их матери-одиночки, инвалиды и многодетные семьи. Жильцы вспоминают, сначала не выдержала проводка в подъезде, затем стал отваливаться кафель. А когда по стенам поползли трещины, и вовсе стало страшно. Теперь ветер дует со всех щелей. Здесь я не знаю, откуда ветер дует. Всегда гудит, гудит. А это закрытый, все равно ветер, звуки можно слышать. Теплая вода вообще не будет. Уже 2 месяца мы без теплой воды сидим уже. Строительство, не могу сказать, ненормально все. Все тяп-ляп, как попало, сделали. Ну, все люди жалуются. Люди говорят, что постоянно сами что-то ремонтируют. Вот только в городском управлении строительства уверяют, жалобы от жильцов последние 2 года перестали поступать. А до этого были, не отрицают. До этого на стене были трещины, оттуда дул ветер. Подрядчик своевременно все устранил. Работы выполнены в соответствии с гарантийным обязательством. Сейчас каждую квартиру осмотрят специалисты, при наличии дефектов будут ремонтировать согласно 5-летнему гарантийному сроку. Но жители переживают, что с ремонтом никто не торопится. Говорят, так и гарантийный срок закончится. А за такое жилье людям платить еще 20 лет. Бюджету строительства 2 этих домов 4 года назад обошлось в 970 миллионов тенге при сдаче в эксплуатацию. Дом, который сейчас оказался в центре скандала, был нормальным. И все испытания он прошел, заявили чиновники. Почему потом стали появляться претензии к качеству, специалисты не знают. Но заверили, что девятиэтажку в порядок приведут. Только неясно, когда. Конкретных сроков никто из них не назвал. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24.